Сегодня в программе. Сидит моя жена, и левый мужик сидят, бухают. Собственно, и все. Ну, то есть вы никакой постельной сцены не застали? Постель разобрана. Дети в соседней комнате спят, эти на кухне. Станислав и Татьяна Петрыкины прожили в браке 10 лет. Стас – офицер-подводник. Обычно он уходит в плавание на несколько месяцев. Вернувшись с очередного задания раньше срока, мужчина застает в квартире старинного дружка Тани, Виктора. Стас не хочет слушать никаких объяснений. Он обвиняет жену в измене и подает на развод. Постель разобрана, она в короткой юбке, она выпившая, шатается. Конечно, уборка, 100%. Ну, как это красиво, она в костюме из секс-шопа со шваброй. Светлана Величко вышла замуж за Антона, который был намного ее старше. Прожив 8 лет в браке, женщина решила развестись, но истинную причину развода не хотела объявлять сразу, понимая, что муж может ей за это отомстить. И только когда правда раскрылась, у Светланы наконец-то появилась возможность разорвать мучительные отношения с мужем. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Петрыкина Станислава Леонидовича к Петрыкиной Татьяне Сергеевне о расторжении брака. Ответчик Татьяна Сергеевна Петрыкина на развод не согласна, выдвигает встречный иск о взыскании с супруга алиментов в размере 33% от его ежемесячных доходов на содержание двух несовершеннолетних детей. В зарегистрированном браке вы 10 лет, у вас две дочери. Варвара, ей 9 лет, и Виктория, ей 7 лет. По обоюдному согласию сторон, в случае развода дети остаются с матерью. Здесь у отца возражений нет. Тогда, Станислав Леонидович, если у вас нет также споров о совместно нажитом имуществе, вам остается лишь изложить суду причину развода только так, чтобы было понятно, как вы жили, как вы поженились, детей рожали, и что потом произошло, вот чтобы все было ясно. Я боевой офицер, подводник, капитан-лейтенант. Меня дома не бывает по 2-3 месяца. Я почти весь мир повидал из подводной лодки. Постоянно напряженная работа. Мне нужен дом, семейный очаг, тепло. А тут на днях я узнаю, что в нашу гавань чужие кораблики захаживали. Я уходил в боевое задание и вернулся на пару дней раньше, ночью. Возвращаюсь домой, у меня на кухне, 12 часов ночи, сидит моя жена, и левый мужик сидят, бухают. Коньячок. Собственно, и все. Ну, то есть вы никакой постельной сцены не застали? Постель разобрана. Дети в соседней комнате спят, эти на кухне. Он сидит в трениках, на босу ногу. Она пустая. То есть факта самого полового контакта вами не установлено. Вы и видели Богу, свою жену, которая, а то я не знаю, что было там, которая да, выпивает с другим мужчиной на кухне. Да? Абсолютно хорошо, верно. Татьяна Сергеевна, ну вы как это объясните? Вы отрицаете факт супружеской измены? Конечно, все не так на самом деле было. Ваша честь, я не изменяла мужу. Получилось так. Я не хотела тебе сразу правду говорить. Думала, что ты не поверишь. А Виктор, вот кто был, типа, с кем он меня застал. Виктор — это мой старый друг, мы вместе учились. Угу. Он приехал к нам в город. Научились? А, конечно, ну, ничего не было. Он приехал к нам в город, позвонил, предложил встретиться. Пришел вечером, принес бутылку коньяка и закуски. Да. Я не пила с ним. Ночевать он у нас не собирался. Конечно, конечно, не собирался. Вот, мы сидели, я пила чай с ним, разговор поддерживала. Я была там не одна, со мной была подруга моя Наталья. Почему ты об этом не говоришь? Ой, да это типа как будто это типа что-то значит. Подруга конечно твоя там была. Так подождите, так они вдвоем были с подругой, с подругой и еще втроем мужчина? Или да, она была вдвоем с мужчиной? Нет, уж вы не лукавьте, это совершенно другое. Была там подруга. Была там подруга. И еще 25 человек. Вот этого, к сожалению, там не было. Значит, тогда и сообщайте, что они сидели не вдвоем, а втроем. Вот. Втроем, ладно. Расскажите, а кто это за мужчина? Виктор, мы раньше компанией дружили. Можно я вам расскажу, кто этот мужчина? Ваша честь, простите, что перебиваю. Ну, хотите вы, давайте. Ну что ты? Это ее бывший парень.
Ну, он за мной ухаживал, пытался, но у нас с ним ничего не было. А, то есть даже еще у нас даже с ним ничего не было. Он пытался, но ничего не было. Да. И получилось так, что, ну, как бы мы собрались с компанией, ничего такого страшного, мы давно не виделись. Так он прибежал. Мое отсутствие. Прибежал, начал обвинять непонятно в чем. Потом залез в соцсети еще, начал переписку искать. Ну, мы, да, переписывались о том, что договорились о встрече. Но я не скрываю, я не закрываю, не паролю свои страницы. Так значит, у него же страница. Это ваши бывшие школьные друзья, получается, да? Да, да, у нас было 10 лет. И ваша подруга, подруга. И вот этот вот товарищ, Виктор, который, да, вашу подругу тоже знает. Да, конечно, мы все вместе учились. И они к вам зашли и засиделись. Ну да, то есть я даже не пила с ними. То есть мы просто разговаривали, беседу вели. Расскажите, пожалуйста, вот это же не единственная, наверное, ссора в семье. Когда у вас начался разлад в отношениях? Ну, года два уже, получается, где-то. Вот как раз два года он даже в отпуске не был. Он постоянно на работе, простите, постоянно себя служба? Рвет. Зарплату урезали. Вот зачем? Тебя даже дети, вот ты с ребенком, называется, с детьми даже не играешь. Сейчас поиграешь, и все. Даже младшая Вика ко мне подошла как-то и спросила, говорит, мама, почему папа со мной не играет? Он что, меня не любит? Вот рисунок нарисовала тебе. Видишь, ты с ней впереди стоишь, а мы сзади, потому что она любит тебя больше. Посмотри. Да ладно. Что ты подсказала, то она тут и рисовала. Что ты, ничего я не подсказывала. Она правда тебя любит больше всего. Еще твоя мама с нами живет постоянно. Я под контролем, то есть на виду. Этот, в этот раз она, простите, не смогла. У вас там и охрана. Ну, мама тут не было, она заболела. Мама живет ваша вместе. И значит, в этот день ее там не было. Она заболела. В этот день не было, понятно. Она заболела. То есть она заболела, не смогла приехать. Но я просто не пойму, что с тобой происходит. Где тут бравый офицер, которого я здесь полюбила 10 лет назад? Здесь бравый офицер назад стоит вот с такими вот рогами, оленями. Ну каким? Ты, вот ты переписываешься в соцсетях, он все страницы свои запаролил, с кем ты там общаешься? Ну я же тебя не ревную, я тебе доверяю. И, во-первых, он к Виктору начал, он раньше начал меня ревновать, не когда Виктор появился. Я вообще не понимаю, что происходит. А можно я позову своего свидетеля Наталью? Да, Козелкова, пожалуйста. Она расскажет, она была, конечно, с нами в этот момент как раз, вот мы сидели все вместе, она расскажет, как все было. Так давайте сейчас спросим действительно у очевидца событий. Козелкова Наталья Никитишна ожидает, и мы сейчас ее выслушаем. Наталья Козелкова, вы? Да, это я. Пройдемте. Виктор, он ко мне два месяца назад только в соцсети добавился, и только вот тогда мы стали переписываться. Здравствуйте, Наталья Никитишна. Вы, как я понимаю, Татьяны Сергеевны приятельница. Да, подруга. Вы не очень часто видитесь, насколько она говорит, но в тот вечер, когда произошла сцена ревности, вы находились в квартире у Татьяны, правильно? Да, ваша честь. Расскажите об этом. Ваша честь, ничего страшного не произошло. Мы собрались втроем, потому что изначально должны были собраться в шестером. Ну, мы вместе учились с Татьяной в педучилище, и Виктор с нами тоже учился. И еще три человека. Вы не школьные, а друзья по училищу. Да, по училищу. Да, да, да. Но еще три человека не смогли прийти, и нас осталось трое. Да, у нас был заказан столик заранее в кафе. Но из-за того, что Стас в отъезде, как всегда, дети одни дома, потому что нет свекрови, мы не стали оставлять Татьяна Сергеевна одни. Не могла оставить детей, да, вечером не хотела, и поэтому говорит, ребят, давайте посидим, давайте у меня. Давайте на кухне посидим, да. Свекрови нет, муж в отъезде, дети спать будут. Посидим нормально и сэкономим деньги. Конечно. Да, то есть ничего, правильно, такого страшного не произошло. Поскольку, если бы даже у них что-то было, зачем тогда бы меня пригласили туда, в эту квартиру пустую? Зачем? Это же нелогично. Ну, я бы сказал, на шухере постоять, а? Посидеть с ними для отвода, Стас, глаз для отмазки, потом свалить. Станислав, а? Леонидович, ну вы что, так в себе не уверены? Вы бравый офицер. Любая женщина... Я в себе уверен, я вот в верности, ну, своей любая женщина, ну как вам можно изменить? Ну посмотрите вы на себя. А каким был Стас ранее? Как он ухаживал за Татьяной, когда они начинали строить свою личную жизнь? Когда он служил за 30 километров от дома, он не заставил ее в гарнизоне жить. Он каждое утро и вечером ездил на службу 30 километров. А когда они покупали квартиру, мебель, делали ремонт, да, они ругались. Но как они сладко потом мирились, это я все знаю между подругами. Стас, почему ты стал таким? Посмотри на себя. Слушай, она ты говорит, конечно, все, чтобы выгородить мою супругу. Какой-то мужичонка стал уже, а не офицер. Я... Почему ты не ухаживаешь честь, за Татьяной, простите, как раньше? Можно в чем пригласить проблема? Свидетеля мужа Натальи Марата? Ну, хорошо. Он расскажет, что он застал в тот вечер у меня в квартире. А, и он там был? И он там был. Хорошо. Марат Семенович Козелков, это ваш муж. Вы знаете, мы вот сидим втроем, Виктор, Татьяна и я, угу, разговариваем на кухне, выпиваем немного.
И здесь врывается Стас неожиданно. Угу. Естественно, не просто врывается, а со скандалом. Конечно, неожиданно. Стас-то через три дня должен был только вернуться, да? Он обвиняет и даже повышает тон и ругается матом на нас, обвиняя свою жену в неверности. Так он еще звонит моему мужу. Муж, Марат, приезжает и забирает меня, как будто с детского школьного праздника. Это не вечеринка была. Детский школьный праздник с коньяком среди ночи. Наша встреча была бывших... Одногруппников с мужиком в трусах. Не очень-то интересно. Сказали, не среди ночи, а это было где-то к 12 часам вечера. Но это не такая уж глубокая ночь, могли бы уже и расходиться. Ну, простите, не детский утренник. Ну, а она тоже не ребенок, она не на детском утреннике. Вот именно, это... она жена. Она жена, мать ваших детей, у нее нет другого времени. Она целый день занимается хозяйством и детьми. У нее единственное время встретиться с друзьями. Конечно. Тогда, когда, вот простите, когда все мужа уже... нет в городе. Когда все спят. Тебя ну, никогда нет. А мужа нет в городе постоянно. Вы не забывайте о специфике своей работы. Об этом я прекрасно. Хорошо. Козелкова Марата Семеновича давайте пригласим сейчас. Марат Козелков, вы? Я. Пройдемте. Я правда тебе не изменяла. Зачем ты начинаешь? Ты с ума сходишь от ревности. Сейчас вы послушайте. Здравствуйте, Марат Семенович. Здравствуйте. Здесь присутствует ваша супруга. Присутствует моя супруга. Расскажите, здесь. Пожалуйста, что была за посиделка в гостях у Татьяны Сергеевны, который вот так вот повлиял на семейную жизнь. Что там вы увидели? Хорошо, я расскажу. Мне скрывать нечего. Я все своими глазами видел. Как видел, так все и расскажу. В общем, я Стаса полностью поддерживаю. Знаю, что там у них произошло. Короче, дело так. Я не какой-то левый человек. Мы с Петрикиными рядышком живем. Давно дружим с семьями. И мы их хорошо знаем. Они нас хорошо знают. Со Стасом мы вообще друзья. В общем, ситуация такая. Мне моя Натаха говорит... Так и так, у нас встреча выпускников, там юбилей какой-то в училище, я особо не вникал. Но, в общем, давно не виделись, соскучились, все такое, хотим встретиться. Ну, я, естественно, говорю, что, где встреча будет. Но она говорит, в кафе хотим посидеть. Я еще так тоже удивился, думаю, а что в кафе, там по кафешкам по этим шарится, это и дороже, и что там, тереться где-то. Давай у нас посидим дома. Я ей так и предложил. Давай дома накроем, все чин-чинарем, посидим, выпьем все вместе. Че нет-то? Обычное дело. Она говорит, нет, неудобно. Я ей, че неудобно? Она говорит, столик там заказан, уже неудобно отменять. Ну, дело ее, это ее выбор, да, я ничего против не имею. Она сказала, буду нормально, не поздно, до 11 часов вечера. Было такое? Было, было, конечно. Такое до 11 часов вечера. Мы же созвонились. В 11... Подожди, подожди, не перебивай, я сейчас все скажу. В 11 вечера я ей звоню, ее нету дома. Она говорит, мы все переиграли, планы поменялись. Сейчас сидим у Танюхи. А, Танюха рядом живет, да? Ну, я думаю, нормально все. Тут дойти недалеко, успокоился. Думаю, ну что, подруги собрались, ничего здесь такого нету. Они сказали, сидят вдвоем. А в 12 часов... Мне звонит Стас, разъяренный, сам не свой, и говорит, так и так, приходи, полюбуйся, что здесь происходит. Ну, я, конечно, ноги в руки и бегом к ним. Прихожу, а там такая картина маслом. Сидят эти подружки, и друг у молодости нарисовался этот Витек. Естественно, у них там стол накрыт, коньячок, закусочка. Он принес все... закуску, я на стол накрыла. Что в этом такого? Ты когда приходишь, я тебе тоже на стол накрываю. Что в этом? Закуска, ладно. Цветочки в вазочке свеженькие стоят. И самое главное, ваша честь, Витек этот, знаете, в чем сидел? В спортивных штанах, в трикошниках. Ладно, хоть не в трусах. Нет, сейчас очень модно. Вы знаете, сейчас спортивные штаны, какие вот мы носили когда-то на даче, сейчас это уже как вечерняя одежда. Это считается модной стилем. Не знаю, да, у нас никто в гости так не ходит, да, тем более, знаете, сидит развалился такой, деловой, да. Не, ну, девочки, ну мы же не первый год на свете живем. Ваша мы честь, же просто, Марат Семенович, он просто рассказывает так, как он видел. На самом деле нас должно было 6 человек приехать. А приехало трое, да? Было только трое, конечно, поэтому... Не, ну что я, что Стас, мы рассказываем то, что видели, а вы то, что вы там себе вот, думаете. А ты видел, ваша так, честь. Ты неправильно я видел. Пришел, я увидел. Сидят, сидят, выпивают, выпивают. Ваша шестеро честь. Вас там было. Можно вас там было Виктор? Трое. Вы две, да. И
и, соответственно, Витек ваш этот. Ну, понятно, в чем дело. Естественно, у них дети дома, они гостиницу снять не могут. Скажите, да? Пожалуйста, ну вот вы действительно считаете этого Витька настолько достойным, что он мог привлечь внимание и вашей супруги, и Татьяны Сергеевны? Не, про мою моей супруги я не сомневаюсь. А супруга ваша там тоже сидела? Что ж тогда вы думаете? Она еще была студенткой, мы с ней уже тогда общались нормально. Понятно. Тогда почему вы думаете, что это было такое вот какое-то непонятное сборище, когда там сидит ваша супруга, достойная женщина, другая достойная женщина, мать детей, сидят с этим мужчиной. Неужели он настолько хорош, что они бы посвятили свой вечер вдвоем аж? Ваша честь, ну можно пригласить Виктора как раз? Вот вы, он все расскажет, потому что он расскажет, что у нас на самом деле ничего не было. Он расскажет, что вам хорошо. Коль Виктор Иванович явился у нас причиной практически расторжения брака, давайте-ка пригласим господина Короткова и выслушаем его. Я попрошу тишину в зале, потому что у нас появился свидетель Коротков. Здравствуйте, Виктор Иванович. Виктор Иванович, как я понимаю, вы в училище в одном учились и вот с Татьяной Сергеевной, и с ее подругой. Вы все друзья, да? Друзья по училищу. Скажите, пожалуйста, в тот вечер, когда произошла ссора из-за того, что муж Татьяны Сергеевны застал вас, сидящими на кухне, выпивающими и закусывающими, скажите, как произошло там все? Да, действительно, мы все однокурсники с девочками. И я сейчас говорю, и Стасу тогда говорил, что между мной и Таней ничего не было. Это действительно правда. Таня верная жена. И я своим глазам верю больше, чем вот это, то, что вы там рассказываете втроем, сели на уши. Ты же не в кровати нас. Он даже, вы понимаете, даже не слушает ничего. Мы действительно очень давно знакомы. И со Стасом мы знакомы. В молодости мы в одной компании были. Сначала, да, я пытался ухаживать за Таней, но когда появился Стас, тут, естественно, я не выдержал конкуренции с таким бравым офицером. И мы гуляли вместе, выпивали. Но потом я уехал в другой город. И вот было 10 лет выпуска, и меня как раз удачно направили в командировку. И я решил созвониться с девчонками и встретиться. А в день встречи трое из них отвалилось. Ну, не смогли прийти. Действительно, я облился чаем. Ну, не в мокрых же штанах мне сидеть в конце-то концов. Так. Я не голый сидел, ничего такого. Вы облились чаем, и что вы сделали? Сняли брюки? Я пошел и переоделся в спортивные штаны. А у вас спортивные штаны всегда с собой, когда вы в кафе идете? Нет, Таня мне предложила штаны. Я бы предложила штаны, но не будет же он в трусах сидеть, представляете? Мои, мои. Ваши штаны, треники. Левый мужик на кухне ночью бухает в моих штанах. Класс? Но ему надо было в трусах остаться, да? Если он что, или в мокрых штанах сидит. Ну ты тоже. Ему там вообще нечего было делать. Ты ему еще трусы свои предложила. Я хочу пригласить в зал суда свидетеля Елизавету Савельеву. Это она рассказала мне о вот этой вот движухе у меня дома. Я вообще не... Зачем она-то здесь нужна? Она так, вообще не придет. Она здесь нужна, чтобы... Савельева Елизавета, вы ее знаете тоже, да? Да, вы вывести вашу Шарашкину контору. Тоже раньше дружили. Вы все живете там в одном районе. Ну, вы друг друга все знаете. Хорошо, давайте так. Савельева Елизавета Николаевна по ходатайству истца сейчас будет приглашена. А дальше мы посмотрим, насколько ее показания будут важны для выяснения обстоятельств. Я просто не понимаю, вы свидетель Савельева? Да. Пройдемте с ним. Я не приглашала ее. А что так? Если вы такие честные, что вы волнуетесь тогда? Слушайте. Сейчас все правда. Здравствуйте. Вы Елизавета Николаевна, да? Да, я. Елизавета Николаевна, что вы можете сообщить суду по существу? Ваша честь, я считаю, что Стас прав. Татьяна не верна мужу. Что прав? Ты вообще что? Что ты здесь делаешь? Девочки, вы вообще не удивляйтесь, что я пришла. Я ваши интрижки покрывать не собираюсь. Какие интрижки? Ваша честь. Мы общаемся с Наташей, мы учились вместе. Наташа мне сказала, что они собираются встретиться, но я, к сожалению, не смогла, может быть, к счастью, не смогла прийти на встречу. Тогда Наташа мне сказала, что они встретятся втроем. Она, Татьяна и Виктор. Я еще тогда Наташу спросила, а что, у Тани с Виктором что-то есть? Наташа мне ничего не ответила. Но я-то все поняла. Что ты поняла? Ну, все было понятно.
Я просто не понимаю, зачем ты ее позвала. Простите, вообще, зачем ты ей сказала? Человек, ты же знаешь, что она не отвечает. А вы это воспринимаете, трактуете в соответствии со своим пониманием. Ну, что я же видела такое? Эмоции, которые она испытывала, когда она мне так отвечала. Нет, ваша эмоции, честь, она эмоции, просто на меня в обиде за то, что я 10 лет назад у нее Стаса отбила. Это уже давно решила, было. Ладно. Решила как-нибудь меня отомстить. 10 лет назад уже забыли. Станислав Леонидович, скажите, пожалуйста, значит, как я понимаю, Елизавета Николаевна сообщила вам о том, что в вашей квартире однокурсники вашей жены будут встречаться. Так правильно? Точно. Так точно. Она сообщила, а я пришел и все увидел своими глазами. Стас, не говори глупости. Что там глупости? Ты слушай, понимаешь, даже не по-офицерски свою верную жену в таком обвинять. Так, ребята, мне я все не это понял, надоело на самом я... деле. Можно тебя я расскажу? На дуэль сам... вызвать, что ли? Или... Стас, замолчи, ты пожалуйста. Недоразумение. Можно я расскажу на самом деле, как все вообще как происходит? Ты, конечно, Наташа, извини, но языком меньше надо было болтать. Зачем ты ей рассказала? Ты меня подставила. Мне семья дороже, извини меня, чем твои интрижки. На самом деле, не мы любовники с Виктором, а Наташа. Что? Поэтому... Того. Ты что сказала? Почему меня? Зачем я буду. В смысле? Так это получается не она вас покрывала, а ты что стоишь на меня смотришь, а, урод? Ну-ка иди сюда, я тебя здесь пропишу, так, понял? Все, успокойся, понял, успокойся, стой. Так, пожалуйста. Все, все, после суда поговорим, понял? Пожалуйста. У нас ничего не было. Нет, увидите, что происходит, что у вас ничего не было? У нас ничего не было, мы только встретились. Но знаешь, после того, что все узналось, и слава богу, я не хочу быть с тобой, не люблю я тебя. Ты брала мне все я не любила время. Никогда. И этот стоит здесь, я хочу быть с ним, такой. Да, и поеду с ним жить. Семья разрушена, а у меня... И врала все, мне все это слава время, богу, хорошо, что все открылось. Видишь, давно этого ждала. И тебя не подходящий момент попался. Так, господа, вы разберетесь потом. Стас, ты видишь, я ни в чем не виновата. Пошли домой. Станислав Леонидович, сейчас выяснилось в суде, что ваша супруга действительно ни в чем не виновата. И она просто была хорошая подруга и пригласила к себе друзей. Стас, пошли к детям, пошли домой. Вы что, так уже настроили, что она вам не верна, что вы не можете никак прийти в себя? Стас... Послушай меня, мне этот цирк вот весь вот этот вот уже надоел. Ты вообще куда лезешь? Либо давай разводись, либо я так дальше жить не буду. Тань! Подождите, свидетель, вы сказали свое слово. Это совершенно не важно, вы не имеете к этой семье никакого отношения и к Станиславу Леонидовичу. Ваша честь. Боюсь, сейчас вопрос со Станиславом Леонидовичем. Что ваша честь? Я имею отношение. Какое? Какое я отношение? Любовница, а точнее гражданская жена Станислава. Какая любовница, какая жена? Простите, ну, такая, Тань. Нет, либо любовница, либо гражданская жена. Вы уж выберете свой статус. Что он вообще женатый мужчина, у него двое детей. Он еще честь. Проживает совместно с другой мы женщиной. Уже 3 года вместе. Как это три вместе? Года. Стас. Я понятно, почему она не пришла, когда мы ее звали. Ты думала, он что, служит, в море ходит? Он на самом деле 3 месяца от тебя уходил, чемоданчик взял и на лодку пошел, костюмчик одел. А сам 2 месяца в море, а месяц у меня. Жас, это что, правда, что ли? У нас год назад родился сын. Мы его назвали Артемом. Как классно. Да, Стас, скажи, пожалуйста. У вас еще... Скажи, подождите, что это пожалуйста, правда. Станислав Леонидович, простите, есть ли у вас ребенок с этой женщиной? Вот за что мне это? За то, что я тебе 2 детей родила, что я тебе пылинки с тебя сдувала? Рисун тебе больше не нужен, тебе есть кому тебе рисовать. Ваша честь, я согласна на разводу. Чем быстрее, тем лучше. Монета суд удаляется для ничего. Вынесения решения. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака, заявленный супругом, удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Иск супруги о взыскании алиментов на содержание детей удовлетворить. Взыскать с отца детей в пользу матери на содержание 2 несовершеннолетних детей алименты в размере 1/3 заработка или иного дохода ежемесячно до совершеннолетия детей. Суд разъясняет, что в случае взыскания алиментов на содержание 3-го ребенка, который уже... У вас есть, будут выяснены обстоятельства содержания родителям каждого из детей. В случае, если отец будет проживать совместно с 3-м ребенком, то размер алиментов на 2 детей от 1-го брака может быть и снижен. Вам понятно решение суда? Да. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Далее в программе. Постель разобрана, она в короткой юбке, она выпившая, шатается. Конечно, уборка 100%. Ну, как это красиво, она в костюме секс-шопа со шваброй. Светлана Величко
вышла замуж за Антона, который был намного ее старше. Прожив 8 лет в браке, женщина решила развестись, но истинную причину развода не хотела объявлять сразу, понимая, что муж может ей за это отомстить. И только когда правда раскрылась, у Светланы наконец-то появилась возможность разорвать мучительные отношения с мужем. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Величко Светланы Юрьевны к Величко Антону Максимовичу о расторжении брака. Ответчик Антон Максимович Величко исковые требования не признает. В браке вы зарегистрированы 8 лет, имущественных претензий нет. Светлана Юрьевна, пожалуйста, суду изложите причину развода. Вы, насколько я понимаю, вышли замуж достаточно юной, да? Да, ваша честь, правильно понимаете. Но это было все-таки серьезно принятое решение? Это решение было осознанным, и я действительно вышла замуж юной. Что сейчас? Просто, когда мы прожили с ним 8 лет, я поняла, зачем ему нужна была жена, которая очень молодая. Ведь жена нужна была под себя. То есть человеку нужно было жить так, как хочет он. А так оно и было. Он устанавливал правила, а я их выполняла. Единственным местом, где я себя взрослой чувствовала, что ли, это моя работа. Я ведь не просто в гостинице работаю. Я работаю в отдельном корпусе с VIP-гостями. И поэтому работа меня загрузила по полной. Но это и было, наверное, моей очередной ошибкой. Потому что я не заметила отдельную личную жизнь своего мужа. И у него завелась любовница Оксана. И у них зашло слишком далеко. Причем я с этой любовницей-то его и познакомила на свою голову. Поэтому, Антон, давай просто разведемся, не будем здесь перерывать это нижнее белье публично, а совместные накопления мы с тобой поделим уж. Света, какие совместные накопления? Ваша честь, да моя жена тратит больше, чем приносит в дом. Когда мы поженились, совсем юная была, да, мы начали жить в моей квартире. Соответственно, все обеспечение на мне. При этом она поступила в институт, на отделение гостиничного бизнеса. Жила за мой счет, все. А вы хотели, чтобы вы женились на 17-летней девочке, и она вас содержала? Нет, нет, я просто говорю сейчас о накоплениях. Правда, на втором курсе она перевелась на заочное, стала работать в сетевом отеле, что пошло ей на пользу. Ну, просто какие накопления совместные, если человек ничего не привнес в наш бюджет семейный? Почему же не привнес? Она тело свое прекрасное, молодое, в этот семейный бюджет принесла. И вы от него не отказывались, вас все устраивало. А сейчас вы говорите, что она вас не содержала все эти годы. Нет уж, извините, она была 8 лет вашей женой. Ваша честь, ну, все ваша, это ну, накопление вы делали. Деньги, вы делали, же... получали хорошее настроение с молодой девушкой и делали накопление. Вот жили бы с женщиной 87 лет, таких бы накоплений не сделали. А жили с женщиной 18 лет, видите, какие накопления сделали. Правильно она на них претендует. Закон на ее стороне. Может, об изменах расскажешь? Какие измены? Какие измены? Давайте, может, Антон Максимович, может, вы может, действительно ты, расскажите. Ты меня подозреваешь в чем-то? Ваша супруга считает, что у вас какие-то отношения с женщиной есть. Эти отношения стали... Ей известно... Ей стало известно о том, что у вас есть отношения с другой Нет, женщиной. Нет, у меня никаких отношений. Вы отрицаете это, да? Хорошо. Абсолютно отрицаю. Ваша честь, можно я расскажу, да, в чем все дело? Однажды я решил сделать сюрприз своей женушке. Сюрприз? Ну, подожди, да, я скажу. Хорошо, в конце я концов. Слушаю. Я решил провести генеральную уборку на даче. Ну, Света занята, пригласил горничную. Кстати, ты ее знаешь, она Прекрасно работает в одном знаю. Отеле угу. со Светланой. Да. За деньги. Угу. Но в один прекрасный момент появилась Света, начала истерику, скандал, подралась с этой горничной. А что ваша жена подумала, что вы привели любовницу, поставили ее в ванной на пол?
Ну что у нее там в голове творится? Я же не знаю, что она могла подумать. Ну ты объясни, что ты подумала. Я объясню, конечно. Тем более совести у тебя нет. Выгнать. Однажды на хорошо, работе... подождите, при каких обстоятельствах это все произошло? Ну, прямо вот в деталях хорошо, давайте. Хорошо, хорошо. Однажды... Чтобы было понятно, что вы увидели. После работы я поехала на дачу, муж был там. Да? Ну, как оказывается, сюрприз. Без предварительного звонка я тоже там появиться не могу. Ну, захожу во двор, на даче свет горит, музыка играет. Думаю, мало ли, скучно человеку стало. Открываю дверь своим ключом, она оказывается заперта изнутри. Я постучалась, выглядывает Антон и обратно шторы задергивает. Ну, я думаю, постою, подожду. Минут 5, наверное, прошло, выходит он. А за спиной у него Оксана эта, со шваброй в руках. Здрасте, тетя Света, вот они мне сюрприз приготовили. Ваша честь, все было так, абсолютно согласен, подпишусь под каждым словом. Но чтобы она дальше не нафантазировала, можно я приглашу свидетеля своего, Рузанову Оксану, кстати, ту же самую горничную. Вот это та самая со шваброй, которая сейчас нам все расскажет. Да, которую она обвиняет в якобы измене. Ну, давайте, давайте. Тогда выслушаем Рузанову Оксану Викторовну, которая нам эту ситуацию сейчас и объяснит. А, свидетель Рузанова? Да. Пройдемте со мной. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Здравствуйте. Вы работаете горничной в гостинице? Да, все так. Хорошо. Оксана Викторовна, поясните, пожалуйста, вы были на даче у ответчика? Да, проводили там уборку? Да, я там Его была. Супруга появилась в этот момент, да. И у нее возникло ощущение, что между вами и ее мужем есть некие отношения. Интимного характера. Именно так Светлана и подумала. Но на самом деле это неправда. Угу. Мы с Антоном Максимовичем вообще ни разу не любовники. Никогда вместе с ним не были. Он вообще очень великодушный и добрый человек. И слишком любит свою жену. Хорошо, ну а что там были за обстоятельства? Объясните. Я пришла, я уборку делаю. Убираюсь я всегда на 5 с плюсом. Качество моей уборки отменное. Я начала делать свои дела. И... Потому что это все хотел сделать Антон Максимович, приглашая меня туда убраться, чтобы делать сюрприз своей жене. И где вы в этот момент убирали, когда она пришла? Я убирала спальню. Все было как обычно по плану. Но Светлана Юрьевна, ей это всегда некогда убраться. Поэтому Антон Максимович позвал меня, чтобы сделать уборку. А она этом... меня пошла простите, и выгнала а вы с чего начинаете убирать, когда вы приходите вот в дом? Допустим, вы приходите платную уборку сделать. С чего вы начинаете? Я обычно начинаю со спален, так как они находятся на высших этажах коттеджа, поэтому иду от начала. То есть вы еще практически к самой тяжелой работе кухни и к ванной с туалетом не перешли. Да. Вы начали со спальных помещений. Все так и было, да. С пыли, со статуэток. Ну, да. Хорошая, правильная тактика по уборке. Все правильно. Не было там никакой уборки. Это очевидно. Потому что от них пахло алкоголем. А Оксана, да, она была со шваброй в руках. А должно было пахнуть моющим средством. Естественно. Они и пахнут. Еще одежда должна быть подобающая. Но только она была в мини-юбке и в чулках с кружевами. Это что у нас такая за униформа-то, а? Интересно? Простите, пожалуйста. Я разозлилась. Вы действительно в чем производите уборку? В чем вы одеты были? Я была одета в своей обычной униформе. Ничего такого не было. Расскажите про униформу. Ну, в гостинице у вас в чем нет, там нет, это интересно. Просто я такую униформу иногда вот видела в журналах, что, ох, можно и подумать все, что угодно. А у вас какая? Моя униформа соответствовала всем стандартам уборки. Она соответствовала всему тому, что я делала. А Светлана, она выдумывает все. Да. И мы, я про нее такое знаю. Муж ей все прощает. Простите, святой это правда, человек. Что ваша униформа – это мини-юбка и чулки? Нет. С кружевом? Нет. Так значит, кто-то из вас обманывает. В чем она была одета? Она была в костюме из секс-шопа. Просто в натуральном. Какой там, короче, некуда. Поэтому... Светлана, вам показалось это? Костюм из секс-шопа? Костюм серого волка или красной шапочки? Скорее всего, красной шапочки или медсестры. Костюм красной шапочки. Ну, в принципе, ну какая разница? В чем ей было удобно работать, там она работала. Угу. Мое-то дело... Хорошо, когда вы приехали, что-то вас смутило во внешнем облике женщины, которая пришла делать вам уборку в дом. Вы в дом зашли. Увидели там последствия уборки или иных действий?
Там, скорее всего, была не уборка, а вечеринка. Что вы там застали? Наоборот, то есть там было все перевернуто, музыка играла, постель разобрана, она в короткой юбке, она выпившая, шатается. Конечно, уборка, 100%. Ну, я дура просто. Как это красиво, она в костюме из секс-шопа со шваброй. Да вот, вы думаете вот, она вот. Все, ну... Просто что она сама творит, и я знаю правду про нее. Вот расскажи. Я работаю всегда в отеле, убираю второй этаж VIP-корпуса. В этот раз, в этот день я пришла в комнату номер 12. Зашла в комнату, так как таблички не беспокоит не было, комната была открыта, я подумала, она свободна, и я могу приступить к уборке. Я зашла, закатила тихо свою тележку, там все в ковролине, поэтому меня услышать было даже невозможно. Там еще фишка такая в комнате, что душевая с прозрачным стеклом. И то есть, в принципе, стекло запотевает, и видно, что и как происходит. Вот, я захожу, смотрю, стекло запотело, вода включена. Думаю, вот какой гость попался, разгильдяй какой-то, оставил воду и ушел. А потом смотрю на кровать, она тоже разобрана. А рядом с кроватью валяется нижнее белье, туфли на каблуках, блузка с вышивкой, юбка. Ну, короче, полный комплект женской одежды. И тут я слышу из душа звуки характерные. Я сразу смущалась, испугалась и убежала вообще вон оттуда. Пошла на ресепшн сидеть. Чего вы испугались? Характерных звуков или юбки? Как-то неудобно, ну, отвлекать людей, такое дело, ну, а я зашла немного смущения. Вы оказались не в то время, не в том месте. Да. Хорошо, так. Потом я спустилась на ресепшн, стала ждать, пока как бы номер освободится, чтобы сделать уборку. Потому что до конца смены у меня полтора часа где-то оставалось, и я подумала, что нужно обязательно закончить этот день. И смотрю на ресепшне, там, где всегда сидит Светлана Юрьевна, ее нету. Я сразу подумала, что-то не так, потому что она обычно всегда на своем рабочем месте. Я сидела, прошло где-то полчаса, приходит Светлана Юрьевна, вся запыхавшая, немного растрепанная, волосы мокрые. И она в той же самой одежде, что лежала там около кровати. И тут я сразу поняла, Антон Максимович, что она вам изменяет с каким-то мужчиной в этом номере. И ты, Светлана, не отвертишься, потому что у меня есть фотографии. Вот, ваша честь, я сфотографировала Светлану в этот день в этом наряде. Я вообще не видела эти фотографии, это бред какой-то. Я вообще хочу, чтобы вы нас просто развели. Наши отношения невозможны, потому что он не изменяет. Финансовые вопросы мы решим. Антон, то, что у тебя есть на счетах, разделим пополам и разбежимся. Света, что значит разделим пополам? Вот так, как все делают. Все деньги, которые на моем счете лежат, это мои деньги. Ой, конечно. Ваша честь. А ты работаешь у нас? Чтобы мы живем в квартире и на даче, которые оставили мне мои родители перед тем, как они уехали в Болгарию. Купили квартирку там себе, живут на море спокойно. Доход, который я получаю... Это имущество, приобретенное до брака. До брака, да. Ну, на него и не претендует никто. Она на счет. Я объясню дальше, что идет. Доход я получаю от сдачи квартиры своей бабушки, трехкомнатной в центре. Она на первом этаже, я сдаю под офис. Там, в принципе, приличная сумма получается. Половину из этой суммы я всегда кладу на счет. Света ни копейки не кладет на этот счет. То есть она никаких не может претензий финансовых ко мне иметь. И, ваша честь, я не хочу с ней разводиться, я люблю ее. Но я хочу, чтобы моя жена уяснила для себя, что когда мы разведемся, если она этого добьется, она останется с фигой в кармане, ты останешься с ней. Ах, вот так! То есть да. Я служила тебе как рабыня 8 лет, а ты мне на улицу служила. Просто, как ты, мусор хочешь. Светлана Юрьевна, вас не то, что делала. На улицу надо выгнать после того, что вы в отеле творили с другими мужчинами. Вас на помойку выбросить надо после этого всего. Хочу, чтобы вы пригласили свидетеля Маркова. И он объяснит, почему наша совместная жизнь невозможна. Нет, так хорошо, конечно. Ходатайство истца удовлетворено, и мы приглашаем Григория Аркадьевича Маркова в зал. А вы Григорий Марков? Да, совершенно верно. Да, пройдемте. Григорий Аркадьевич Марков. Проходите. Спасибо. Здравствуйте, Григорий Аркадьевич. Рядом становитесь со Светланой Юрьевной. Светлана Юрьевна, помогите, пожалуйста, своему свидетелю. Ваша честь, по-хорошему, этот разговор должен был состояться не в суде, а совершенно в другом месте. Какой разговор? Тет-а-тет. Дело в том, что мы со Светланой давно уже состоим в интимных отношениях. И мои свидания с ней происходили по инициативе ее мужа. Дело в том, что Григорий, прошу прощения, что... Антон
сам подкладывает свою жену под женатых мужиков. Тех, кто останавливается в VIP-корпусе гостиницы «Ступень». А потом шантажирует их этими записями. Так? Что молчишь? Ваша честь, в 12 номере этой самой гостиницы установлено минимум 5 камер. 2 из них установлены в спальне, еще одна в гостиной напротив дивана и 2 в ванной. Он снимает видео женатых мужчин со своей женой и потом угрожает этим мужчинам женатым, что покажет это видео их женам. Да все это ложь, ваша честь. Ну что вы его так слушаете? Подождите, а вы-то как оказались? Вас тоже он шантажировал? Совершенно верно, ваша честь. Я тоже жертва шантажа. Такой же, как и все остальные женатые мужчины. Ваша честь, я вынуждена признаться, Антон хоть и муж мне, но он настоящий сутенер. Да что ты? Он взял меня, да, в жены совсем молодую и сделал из меня настоящую секс-рабыню. Правда. Но почему же ты сразу тогда со мной, если я такой плохой? 8 лет со мной прожила. Почему ты сразу не развелась со мной? Ты что, ты мне в душу хочешь плюнуть? Своему мужу, который человека из тебя сделал, да? Вот для этого ты все затеяла. Человека сделал? Ты уверен? То есть я свой поступок здесь и сейчас должна объяснить? Окей, ваша честь, я все расскажу. Только мне нужен мой свидетель, Крамарева Тамара Сергеевна. Прошу ее вызвать. Ну, хорошо, если вы без нее никак не можете, то Крамарева Тамара Сергеевна по ходатайству истца приглашается в зал. А вы Тамара Крамарева? Да. Пойдемте. Здравствуйте, Тамара Сергеевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, какие взаимоотношения в семье Величко были? Нет, не в курсе была, пока вот этот гражданин не нашел меня в соцсетях и не предложил встретиться. Ну, я решила, что он хочет познакомиться со мной. Поясните, пожалуйста. Он нашел меня в соцсетях и предложил мне с ним встретиться. Ну, я решила, что он хочет со мной познакомиться. И сразу ему сказала, что никакие развлечения меня не интересуют. Но вот Григорий Марков, он сказал мне, что у него совсем другие цели, но я согласилась с ним встретиться. Да, Антон, я пришла сюда, чтобы разоблачить тебя наконец-таки, чтобы не твоя нынешняя жена Светлана, ни какая-нибудь новенькая молоденькая девочка не стали жертвами твоих безумий. Какие безумия? Ваша честь, я была замужем за ответчиком Антоном. Мы поженились, когда мне было 18. Вы его бывшая жена. Я его бывшая жена. Вы подтверждаете жена. Это? Да, да. Угу. Мы поженились, когда мне было 18, давно а не ему 20 лет. Когда мы оформили наши... так скажем, официальные отношения, стали жить в квартире его родителей, которые уехали за границу. Как, в принципе, все люди, наверное, нормальные. Я после школы хотела поступить в институт. Он мне говорил, что поступит на юридический факультет университета. Но когда мы стали жить в квартире его родителей, я поняла, что никуда он поступать не будет. Он просто живет. Ходит в бассейн, завтракает в кафе, потом встречается с друзьями. Такими же, которые нигде не работают. Потом они развлекаются где-то. Ну, правда, вечера он проводил дома, да. Но стабильно, 4 раза в год он выезжал на острова. При этом он называл себя рантье. Я все правильно говорю, Светлана? Да, все верно. Мой муж и до сих пор ведет такой же образ жизни. Меня, как и тебя, Светлана, он использовал как орудие шантажа. Меня он подкладывал под женатых мужиков, заставлял фотографировать их в голом виде. Потом эти несчастные женатые... Простите, пожалуйста, вы не пеленка, чтобы вас подложить под женатого мужика. Вы при этом можете же кричать, сопротивляться, в конце концов расстаться с ним, я не знаю, ударить вашего клиента вазой по голове, ну как-то сопротивляться. Я пыталась с ним расстаться, и все мои попытки заканчивались ультиматумом. Уйдешь? Все вот эти видео, которые он снимал, окажутся в интернете. Все увидят, чем ты занимаешься. Я испугалась, осталась с ним. Подождите, ну так вы еще этим не занимались? Он подкладывал меня. А вы уже начали мужиков, заниматься? Да? То есть вас это, в принципе, устроило с самого начала ситуации? Он меня запугивал. Но однажды я решилась и сбежала от него. Он меня нашел.
избил так сильно, что я чуть не стала инвалидом. А я вернулась к нему. Жила как в тюрьме. Все давала ему до копейки. Да врет она все! На мое счастье попалась новенькая жертва. И это была ты, Светлана. Ваша честь, все врет. Ну, что поделать, я романтик. Я люблю молоденьких женщин. Ну, просто дело в том, когда они взрослеют, они начинают слишком много требовать. Дорогие подарки, украшения, ну, это меня разочаровывает. А что касается Тамары, никто ее не выгонял, она просто сбежала к своему любовнику. И, Светлан, хочу тебе сказать, что на самом деле он мне ни копейки не дал из тех денег, которые я для него зарабатывала. Вот и все. Ну, клевета же это все! Светлана Юрьевна, клевета. Скажите, это какой-то бабий сговор, ваша честь. Вот они, две сумасшедшие, собрались между собой и сливают меня здесь. Да лечиться вам обеим надо. Сумасшедшие сам. Ну, разберутся. Есть же специалисты, кто разбираются как раз в этих вещах. Ну, разберутся. Ваша честь. Это не клевета. Все так и происходит. Когда я впервые познакомился со Светланой в этом отеле, я был просто поражен. Молодая, умная, красивая. В первый же вечер она на своей машине устроила мне обзорную экскурсию по городу. Во второй мы сходили в театр. Потом посидели в ресторане. Я был счастлив. Третий вечер закончился в постели. Но как только я вернулся домой, на мой телефон начали приходить фотографии и суммы, которые надо за них заплатить. Я, конечно, перевел деньги. Был в шоке. Обижен на Светлану. Не знаю почему, во вторую свою командировку я опять остановился в этом же отеле. Встретился со Светланой. Высказал ей все, что я думаю. Она только плакала. Не знаю почему. В общем, говорили мы в тот вечер со Светланой очень долго. И она все рассказала мне, как есть. Поэтому я здесь. Да, я женат. И понимаю, что вся эта история может всплыть. Поэтому я подстраховался, Антон. Подстраховался, да? Молодец. Перед процессом я признался во всем своей жене. Да ты что? Слушай, ну если ты такой правильный мужик, если ты такой хороший, чего ж ты не пришел тогда ко мне домой? Не дал мне по роже пару раз? Или ты трус, может быть? Так, 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 пристав, пожалуйста, вы не допускайте этого. Даже прикасаться господа, к тебе противно. Господа, не надо, Антон Максимович. Вы подождите. Ну что, ну так... Ну... Антон Максимович, сейчас у вас будет потрясающая возможность подраться в камере. Ну, чего вы торопитесь-то? Берегите силы, восстанавливайтесь, пейте ваша витамины. Честь. Я до последнего... Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд вынес решение. Иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд разъясняет, что при рассмотрении данного дела в действиях как истца, так и ответчика обнаруживаются признаки преступления, предусмотренного статьей 163 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть вымогательство, требование передачи чужого имущества, в данном случае денежных средств, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших. Поэтому суд частным определением сообщает об этом в органы предварительного следствия. Решение суда вам понятно? Понятно, и слава богу, что... Судебное после той грязи, заседание объявляется на меня закрытым. Свободен. Здравствуйте. Здравствуйте.